Даже самые маленькие украинцы знают, победа дается нелегким путем. Там холодно, там страшно. Чтобы вы были самыми лучшими солдатами в мире. Чтобы ребята не болели, мама и бабушки передали мед, варенье, вкусные консервации, сладости, все. От души, чтобы скорее закончилась война, мы хотим и поддерживаем вас все. Давайте, ребята, поблагодарим ребят, которые на фронте. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Возвращайтесь живыми все. Традиционный участник акции «Били сердце» и запорожская школа «Основа». К сожалению, некоторые ребята знают, что такое война, не понаслышке. Я хочу одного — вернуться домой к себе. Я это уже 3 года загадывал, но пока что не сбылось. Ева родом из Донецка. Когда начались бои, семья покинула родной дом. Девочка мечтает о мире, а украинским военным желает силы духа и победы. Чтобы они защищали Украину. И чтобы они побороли злых военных. На Украине должен быть мир. Подарки доставлены на переднюю линию фронта. Первая посылка в район Донецкого аэропорта. Ну, давайте посмотрим. Что здесь? Мед. Это то, что нужно как раз. Спасибо большое за то, что вот так вот солдат поддерживают, хоть чем могут. Очень приятно. Рады. Учитесь хорошо, и все у вас получится. Дай Бог, все вернемся живые, все будет нормально. Добираемся на передовые позиции мариупольского направления. Это к чаю, наверное. Кофе, надо кофе. Варенье домашнее. Шановні воїни, я бажаю вам перемоги. Ви самі найкращі воїни. Дякую вам за те, що ви боретеся за нашу Україну. Вертаєтесь живими, і ми вас всі дуже любимо. Широкіна – одна із самих гарячих точок АТО. За праздник для нас. Та гріє душу. У мене дітські рисунки на кухні вже везде. Письма від дітей. А що пишуть? Пусть будет у тебя счастье, здоровье, сила, и пусть у тебя все получается. Великому воину от Максима, 4 А-класс. Дорогие наши дети, спасибо вам большое за ваши подарки, за ваше внимание, за любовь, за все эти рисунки, письма. Это здесь, в такой обстановке, нам очень сильно греет душу. Мы помним, что мы здесь не зря, что в ваших домах мир. Мирное небо. И маленькие, и взрослые украинцы верят. Новогодние праздники – это пора, когда сбываются мечты. Дети надеются, когда закончится война, они встретятся с воинами, которым отправляли подарки и письма. А защитники вскоре увидятся с теми, кто их любит и ждет. И самое главное желание у всех украинцев, чтобы небо над нашей страной скорее стало мирным. Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Кравец из Донецкой области. ТВ5.